Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это God of War 2, Бог войны. Мы продолжаем, и нам необходимо разобраться со всеми головоломками, которые нам здесь предлагают как-то решить, но пока что я никакого особого решения не вижу, поэтому давайте будем думать, что же мы здесь можем сделать. Мы можем крутить вот эту вот штуку непонятно зачем. Ну, можем и можем, а что дальше? Каков итог от всего этого? Вот что с этим, как говорится, делать? Давай, 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 давай. Ну, и чё? А ничего. Ничего нельзя здесь сделать, к сожалению. Поэтому я вариантов особых и не вижу. Может быть, как-нибудь можно все это дело замедлить? Да нет, я тоже думаю, тут это вряд ли получится. Ну, что тогда остается нам? Остается как-то здесь пытаться что-то... Я не знаю. Может быть, какая-нибудь здесь подставочка есть? Кто его знает? Всякое может быть. Может быть, мы даже и найдем что-нибудь такое, но... Это, скажем так, довольно-таки-то трудновато и проблематично, ввиду того, что я здесь ничего такого не вижу. Как быть? Что делать? Куда идти? Вопрос. Хм... Я думаю, нам все-таки стоит, знаете, что сделать? Стоит пойти внутрь, вот сюда, и пытаться какие-нибудь ответы на наши вопросы найти там. Потому что, ну, здесь я что-то ничего здесь дельного не вижу, к сожалению. Вообще. Ну-ка, давай-ка вот сюда. Единственное, что еще может... как-то все это дело решить. Так, вот эти вот подставки, но я думаю, они здесь больше, скажем так, роли никакой не сыграют, потому что они нам только позволяют попасть туда. Надо попасть как-то вот за эти вот ворота, как-то их открыть. А как нам это сделать? Может быть, тут рычаг есть какой-нибудь? Ну-ка, давайте-ка глянем. Угу. О, смотрите, сюда что-то ведет. Ни хрена себе! Как интересно, тут у нас оказывается скрытая локация. О, ух ты, валим их. Их, неплохо. Давай, 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 так тебе. Захват и в этого его, вот, и еще раз, да ничего себе. Рви его на куски. Вот так вот, на, все. Сдох, говнюк. Ну что делать будем, дальше идем. Ну дальше так дальше. Ух ты. А вы кто, ребят? Представьтесь хотя бы, я понятия не имею, с кем дерусь. Ладно. Добавим-ка немного молнии. Ах ты, зараза, смотрите, что делает, а? Ну ладно. Тогда давайте-ка сделаем все немножечко поинтереснее. Вот так вот. О, еще раз давай. На. Ух ты. Давай, 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 давай. Давай ты его ломай нафиг. Ломай. На. Ух, ничего себе. Да давай ты блок ставь. Будем от контратаки работать. Опа-на. На, неплохо. И тяжелая атака. Блин, слушайте, они какие-то... Я не знаю, они какие-то... Блокируют мои удары только так. Ах ты, зараза. Ну ладно. Есть, и еще раз. Захват, 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 захват. Ох ты, тварь, а. Ну, падла. Ну, ладно. Давай, 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 давай. Никто нам теперь не помешает побороться с тобой вместе. Вот так вот. На, все. И давай, понеслась. Нет, вы смотрите, а. Половина ударов с молоко куда-то уходит. Это что такое? И какого хера подвисает еще все? Странно. Это очень странно. А там сундук, который мы открыли. Ладненько. Ну, давайте двигаться. Ну-ка, что у нас тут? А, вот, типа мы можем вытащить, а можем и засунуть. Ух ты! Блин, зря я походу его... Зря я его походу... Я еще и вместе с ним вылетел! Да вы что, издеваетесь? Я хотел посмотреть, что там наверху, там, наверное, были какие-нибудь эти... как их... бонусы. А чё он не толкает-то? Давай, 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 давай. Во, все. Нос. Что у нас тут? Погодите, и... Раз! Смотрите, куда я вышел. Хм. Любопытно.
очень любопытно. Во всяком случае, мы сможем туда вернуться и посмотреть, что у нас там. А, стойте, вот сюда. Нам сюда надо попасть. Давай. Во, ой, ё-моё, ну что ж ты так, а? Ну-ка, давай-ка вот сюда. Все. То есть мы сейчас сможем запрыгнуть и посмотреть, что у нас здесь сюда вообще наверх. Есть. Да, да, наверх, скорее. Да, понятное дело, наверх. Погоди-ка, там нас кто-то на помощь зовет. Рви этих. Ой, блин, сейчас упадем. А что они как-то кислотно подыхают? Ничего себе. Во, пернатая. На тебе, тварь. Все. Ну, погнали смотреть. А что, я не могу, что ли, отразить это? Ну ладно. Я почему-то думал, что могу. Не могу. Ну ладно. Опа-на! И раз! Давай еще раз. Вот так вот. Так-то лучше. Подберем здоровье. Во-во-во-во-во-во-во. Ну-ну-ну-ну, стой ты! Так тебе. Это что у нас такое? Бонус, по всей видимости. О, перо! Одно перышко осталось, я получу усиление. Это здорово. Более чем. Смотрите, как интересно. То есть я могу пройти туда, только если ту штуку подниму. Но мне нужно время на все про все, поэтому давайте-ка сначала пойдем сюда. Мне кажется, сюда нам нужно двигаться. Да давай ты, ё-моё, поднимай эту дверцу. Вот так вот. Угу. Ну, ребята повалили. Так тебе. Ах ты, тварь. И раз. Во-во-во-во, давай-давай-давай-давай-давай. На. Так тебе. И раз. Ах ты, зараза, смотри, что делает, а. Ну ладно. Есть. Опа-на. Да чтоб тебя. И давай в него прямо, в него. Опа-на. Блин. Есть. Ах ты, зараза, а. Блин, не получилось. Блин, а так хотелось это самое, атаку провести, контратаку. Есть. Еще раз. Так тебе. Все. Еще раз. Давай. Так. Опа-на. Все, понеслась. На. И башку ему отрывай. Вот так вот. Все, замечательно. Что-нибудь полезное тут есть у нас? Не, по всей видимости. Да. Отказывайтесь умирать, по всей видимости. Опа-на! На! Еще раз давай. Раз, раз. Так. Все, щит из него вылетел. Еще раз. Так, во. На. Бортуем его плечом. Все. Отрыв башки прием. Давай. На. Все, замечательно. Ну погнали теперь, погнали смотреть, что у нас там. Кстати, энергию мы практически на максимум наполнили. Это очень хорошо. Это замечательно. Давайте-ка магию подберем все-таки. Магия нам нужна. И что у нас тут? Куда это все ведет? Тут у нас есть сохранение здоровски. Придется, видимо, полетать. Эх. И ёб твою налево, давай еще раз. Опа-на. Эх. Так. Ой, ё-моё, аккуратнее. Чуть не улетел. Пронесло. Ух ты, как вы появляетесь-то эффектно. Видимо, очень сильно хотите сдохнуть. Ну-ка, еще раз. Во. Блин, камера так встает, я не понимаю, надо кого бью. Во, давай. В этого. И еще раз. Так тебе. Ты что в тебя, а? На! Полетел. Все, давай. На! Давай. Во, мясорубка! Так тебе. Да давай ты рви его на части уже. Ну, не на части, мы просто башку открутили, но пойдет, в принципе. И что? Там сундук есть какой-то. Здорово. А что делать? А, стойте! Мы, наверное, можем это дело столкнуть, да? А может быть и не можем. Смотрите, какой графический дефект у нас появился, а?
И чё? Что мне прикажете делать? Куда идти-то? Как быть-то? Хм. Странно это всё. Не всё так просто, я думаю. Тут нам надо как-то... сдвинуть это дело, скорее всего, да? Нам же ведь внизу как раз и нужна эта вещь. И там, смотрите, там вообще этот... сундук. Ух ты! Ё-моё! Ну вы чё, серьёзно, что ли? Взял, сдох. Красава вообще. Я-то думал, там хоть что-нибудь есть, если бы камера так у нас не поворачивалась бы, я бы тогда узнал, что туда не стоит прыгать. На тебе. Давай. Так тебе. А, ты падла, вот всё. Ещё раз. Рви его на части. Чтобы особо не возиться. О, конечно. А, кстати, а чё я парюсь-то? О! Блин, как это забавно выглядит со стороны. На! Во! Я такие комбинации могу сделать. Ничего себе. Давай-ка. Есть. На! И прям на лету его. Блин, куда ж я его? Так. И еще раз. Во, все. Представляете, он, походу, вообще ни хрена не понял, что случилось. Просто так отлупили, ё-моё, на такой скорости. И все. А стойте, может быть, стоит нам пострелять? Нет, как бы тоже не вариант. Погодите, тут что-то надо сделать. Что-то надо сделать и что-то такое, что я из виду упустил. Ну-ка, может быть, как-нибудь сюда можно забраться? Нет? Да нет, нельзя. Опа-на. И... раз. Куда ты, ёлки-палки? Смотрите, мне обратного-то хода нету. Обратного-то хода нету. И как бы... если что-то и делать, то здесь... А, вот смотрите, он вообще улетел. Ну, здорово. Опа-на! Все, понеслась. Давай. А смотрите, а он даже в замедлении умудрился попасть в нас. Во, давай, хватай его. И в этого. Блин, тот только вылез, походу, да, и сразу. А, нет, нифига. Давай. Так, еще раз. Да бей ты его уже. И вот что мне делать-то, ребят? Что же мне делать-то? Куда идти-то? Молния? Нет. Этот... стойте. Мне показалось, или здесь как будто что-то на секунду у нас выдвинулось. Да нет, тут тоже как бы не вариант. Да, ребят, у нас интересно получается. Мне такое чувство, смотрите, что вот вдалеке птицы летают. Надо, видимо, как-то это все это дело застопорить, чтобы при помощи них перебраться на другую сторону. Я думаю, это как-то так должно здесь что-то подобное быть. Только как конкретно мне все это дело запустить? А может быть, стоит стоять и ждать, когда они прилетят? Как думаете? А может быть, я их и не увижу? Хрен его знает, тут много вариантов есть, в принципе. Но тут ничего я не вижу. Тут я ничего не вижу и понятия не имею, что здесь надо делать. Там вот какая-то дверца. Ну нет, это... нет, это тоже не вариант, как бы. То есть нам остается только сюда, по сути, двигать, и все, и больше ничего у нас нету. Ни рычагов, ни кнопок, вообще ничего. Конечно. Что ж тут делать-то, ребят? Что-то я, видимо, из виду упустил элементарно, как обычно. Что-то я из виду упустил, а что? Ну давай ты его к этому отправляй. Так тебе. Раз. Так тебе. Во. Все. И еще раз. Во. Опа-на. Замедлим время. Эх, давай. Так тебя, смотрите, а, промахнулся, все атаки в молоко куда-то улетели. Так, во, все, сдох. А может быть мне, стойте, может быть мне надо как-то использовать их?
А я их валю всех направо-налево. На! Все. Нет, слушайте, неспроста это замедление здесь. Неспроста. Для чего-то оно здесь создано. А для чего конкретно? Может быть, надо как-то попытаться долететь до той стороны? Ну, знаете ли, мне прыжка не хватит, чтобы это осилить. Определенно. А может быть, мне вообще сюда не надо? Как думаете? Может, я вообще рано сюда приперся? Или где-нибудь есть проход, который я из виду упустил? Который я должен был увидеть. Ну, вон, смотрите, летают, видите, вдалеке. Но они как летают? Они летают так, что не собираются подлетать, как бы. Блин, надо подумать. Короче, смотрите, тут камень какой-то есть. Я вот на него наступил. И тут все проросло нахрен. Понятно теперь. Короче, надо замедлять и двигаться. То есть этот камень как-то растение активирует. Господи, что это за новость такая? Короче, мне надо забрать этот сундук. Ребят, не знаю, как вы, а мне нужен этот сундук. Позарез, тихо! Ох ты, ёлки-палки. А как же я... Как же я пройду-то? Походу, я сейчас конкретно, да, затупел? И пути мне нет назад. А, нет, вот еще камень. Ага. Давай, давай ты. То есть я могу, видимо... позвать их? Ух ты. Тихо, 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 тихо. В общем, сейчас надо, видимо, щемиться со всех сил. Давай, 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 давай. Ах ты, тварь, а! Блин. Ну ладно, я понял, понял, в общем. Теперь это все ясно, что нам надо делать. Ага. Забавно. Блин, только вот эти вот ребята напрягают, конечно, изрядно. Ну, давайте с ними разберемся. Так, во, все. Неплохо. Не мое кино какое-то. Так, тебе, давай. Кстати, а вот эта вот атака вроде казалось бы гнев, да, все. А что-то она наносит не очень хороший урон на самом деле. Думал, поболее будет. О! Так тебе. И раз, два. И так тебе, давай ты делай атаку мощную. Во, все. Забить его. Есть. Камень. Давай, 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 давай. Блин, камень, конечно, этот, ё-моё, так расположен, хер увидишь вообще. В общем, этот сундук надо забрать определенно. Надо его забрать. Как ни крути. Так. И вернуться назад, активировать и снова побежать туда, куда нам нужно. Угу. Все. Господи, крики такие какие-то. Странно, Кратос какие-то звуки издает. Да ладно. В общем, сейчас надо кувырками двигаться. Давай, 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 давай. Ух ты! Еле успел, а? Теперь мне надо налево двигаться, да? Ну-с. Погнали. Чё я скажу? Погнали, 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 погнали. Давай, 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 давай. Вот так вот. Ой, замедляй время. Замедляй время. Тут врагов слишком много. Их надо замочить. Так дело не пойдет. Так. А, смотрите, я, видимо, этот активирую. Блин, уходи, уходи оттуда. Нифига себе, я чуть не свалился. Вот так вот. На! Оторвали крылья. Титанов направит твои клинки. Ага. Все, и теперь нам... Блин, теперь нам надо туда двигаться. Да вы что, издеваетесь, что ли? Погнали. Давай ты шевелись уже. Так. Ага. Прыгай. Все. В общем, видите ли как, да, получается? То есть, если мы хотим добраться туда, куда-то... Куда нам нужно, то нам нужно... Как бы пройти все эти этапы. Ладно, будем иметь в виду. Все, в пернатых зарядили. Да ё-моё, идите вы нафиг. Отлично. Ну, я полагаю, это последнее, да? Угу. Давай-ка, во, все, погнали. Вот так вот. Отлично, давай ты, Кратос. Быстрее. Быстрее. Во. Превосходно.
Успели. И смотрите, у нас даже все на максимум. Может быть, мы не будем брать, хотя... Нет, не будем. Мало ли, вдруг что-нибудь случится. Надеюсь, ворота в заднюю сторону будут открыты. Если что, подберем. Опа-на. Нет. Это был единственный выход. Угу. Да что ты говоришь? В поисках сестер я проходил испытание за испытанием. И вот ты разрушил все, чего я достиг. Ты недостоин своей славы, призрак Спарты. Угу. Но, может быть, это еще одно испытание? Видите ли вы меня, о вещи и сестры? Подайте мне знак. Быть может, я, великий герой Персей, должен сразить падшего. О, Персей! Буду встретиться с вами. Поможет ли это спасти мою любовь из мрака Аида? Так иди в Аид сразу. Чё так научиться? Я обрету великую славу, победив Кратоса, убийцу богов. Ага. Правда, навряд ли ты достоин такого громкого прозвища отродье Гарби. Ух ты! Взял и исчез еще. А смотрите, как здорово! Следы-то выдают его! Ладно. Угу. Ну посмотрим, посмотрим, кто кого. Давай-ка. Кратос так, ё-моё, смотрит. Он знает, где это находится. Ну что делать будем с тобой? Давайте будем бить его. Ты где там? Ах ты! Во! Вот-вот, след! Так тебе! Ах ты, зараза! Да чтоб тебя... Где ж ты ходишь-то у нас? Вот он! Есть! Еще раз! Ага, ты что еще, телепортируешься? Ага. Давай! Есть! Неплохо! Давай, невидимого бьем! Нет, не там, вот здесь! Угу. Давай ты блок ставь! Так тебе! Во-во-во-во-во! Есть, попал! Не угадал, теперь я тут! Угу. Ах ты, зараза, а! Ладно, то есть у него атаки... Во, нормально! Черт, почти ж получилось! Не там, вот здесь! Где? Ух ты! Нифига себе! Так тебе! Неплохо, да? Еще раз. Давай ты его бей уже! Давай еще раз! Вот так вот. Есть! Ну а чё я его не успеваю захватить-то, а? Ну, так нечестно. Тут честностью вообще не пахнет в этой игре. Ага. Давай, вот так вот. Еще раз. Давай ты, давай. Блин, слушайте, я не успеваю ничего сделать, даже подойти к нему. А может быть и не надо подходить? Давай ты его вот так вот. Нет, смотрите, а что делает, а, засранец? Блин, а? Ну ладно. Давай, подходи-ка. Подходи. У меня на всех хватит тут магии. Давай, где ж ты там, а? Покажись! Ах ты, зараза. Еще раз. Все. Что-то как-то прямо подвисать начало все это дело. Ну, где-то там. Опа-на. Есть. Ну, куда делся? Опа-на. Давай ты его лупи уже. Еще раз. Давай ты захватывай его. Сколько тебя можно захватывать? Ой, блин, а. А может тебя медузой? Давай ты. Господи, сколько ж тебя бить-то можно? Давай. Еще раз. Блин, смотрите, а он тоже блочит, гнида. Давай. И еще раз. Так тебе. Раз! Ну, смотрите, засранец, а. Давай, стреляй.
Опа-на! На тебе! Давай, давай, давай! Есть! Поймал тебя, засранец, а! Сломал я ему шлем. Чё, всё, что ли? Кончилась невидимость, да? Ну, давай. Посмотрим, каков ты в ближнем бою. Ух, ничего себе ты раздаешь. Так. Нет, походу, это фигня. Опа-на, а так-то лучше. Я думаю, пришло время задействовать ярость нашу. Так. Давай, давай, давай. Ух, нифига себе его... Вот так вот, давай ты его лупи уже. Так тебе. Есть. Давай, захватывай. Опа-на. Есть. Что такое? Меч его сломал. Я его вообще без ничего, походу, да, оставил? Ой, блин. Приди в себя. Так. То есть вы видали, да? И так тебе. Еще раз. Бей его. Бей его. Куда ты уходишь, а? Офигел, что ли? Давай, 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 давай. Есть. Неплохо. Заблочил атаку. Во. Еще раз. Ну сколько ж тебя бить-то можно? Блин, опять, а? Да блин, иди ты нахер. Вот так вот тебе. И так, во, все. Еще раз, да сколько ж тебя лупить-то можно, а? Подлюка, тварь. Ладно, персей. Смотрите, спиной двигается. Походу ему хорошо, ребят, раз он спиной уже двигаться начал. Ну и куда ты? Где-то встал, давай ты. И понеслась. Еще раз. И еще раз. Во. Так тебе. Забивай его. Давай, давай, давай. На. На. Треугольник ему. Вот так вот. Давай, 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 давай. Че, все что ли? Утопил его нафиг. А, нет, стойте. Есть. Ой, блин. Ой-ё. На себе. Кратос, как всегда, в своем духе. Слушайте, вот и проход. Персей, искал его. Вы получили щит Персея. Ничего себе, это что это? Что я могу с ним делать? Щит Персея. У нас он тут есть где-нибудь? Нет, его нет, к сожалению. К сожалению, щита этого нет. Давайте-ка хотя бы подберем, что у нас здесь. О, и это давайте подберем. Хотя куда там уже больше? Ну вот, по крайней мере, хотя бы у нас проход есть. Здоровски. А мы искали. О. А, то есть мы можем даже сюда спуститься. Ну, неплохо. Что такое? Да. Неудача не вариант, да, как говорится. Блин, это вообще капец. Вот эта битва была. Сначала невидимый был, сломали шапку. Потом меч сломали. Потом щит отобрали. Да, против Кратоса вообще никаких шансов у него не было, собственно. Ладненько. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь, с вами, как всегда, был Андрей Доцент, не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, а также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение по другим видеоиграм, связанных с Богом Войны, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру, и не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!